Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала «Эзотерика для тебя». Друзья, в этом видео мы хотим вам дать одну короткую молитву. И благодаря этой молитве вы сможете защититься от зла на весь день. Вот, наверное, у многих такая была ситуация, что вы проснулись, и с самого утра у вас все вот прямо валится у вас из рук. И кажется, что неприятность начинают вас преследовать уже на каждом шагу, и это вы видите уже дома. Утром проснулись, там пошли на кухню, во что-то разбилось, кажется, что-то поломалось. И вот чтобы избавиться от проблем и наполнить каждый свой день светом и радостью, читайте по утрам вот короткую, но очень действенную молитву. И далее эту молитву мы вам озвучим. И слова этой молитвы, произнесенные на рассвете, помогут вам обрести силу духа и сделают полезным каждый новый день. Поэтому утром проснулись, прочитали эту короткую молитву и пошли далее заниматься своими делами. Итак, друзья, слова молитвы следующие. «Всемогущий Отец Небесный, уповаю на Тебя. Подари мне свою мудрость, покажи мне, как стать добрым, укрепи мою веру, усыпи мою гордость и освяти мои дела. Научи ценить каждый момент моей жизни и не тратить время на ничтожные заботы. Научи не обращать внимания на искушения и огради от греха всякого. Научи меня любить так, как Ты любишь все сущее в этом мире. Научи меня терпению и смирению, ибо Ты сам есть терпение. Любовь Твоя не знает границ и условностей, и она порождает безграничную доброту. Прошу Тебя подарить мне благословение, защити меня, мою семью, моих друзей, близких мне людей от зла. Прошу у Тебя мира на всей планете, даруй счастье и любовь всем, кто живет на ней. Открой сердца застывшие, устрани боль и излечи раны. Душевные тем, кто в этом нуждается, уповая на помощь Твою, потому что Ты милостив, Ты есть любовь, Ты есть добро. Аминь, аминь, аминь». Вот такая, друзья, молитва. Сама она по себе чудодейственная и поможет вам защититься от зла на целый день, а также поможет вам сделать полезным каждый новый день. Друзья, с вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Обязательно смотрите другие видео на канале. Ну а мы с вами, друзья, прощаемся и услышимся уже в следующем видео.